пакетики, ради пакетиков стоит заказывать. Слушай. Да ну, я уже ничего, она... Да классный пакетик. Ага. Я нашла его, когда убиралась на полочке. Оно, я, кстати, думала, оно у меня совсем в другом месте лежит. Оно лежало совсем. А я думала, ты его куда-нибудь выкинула. Я тоже так думала, на самом деле. После таких дневных угроз, которые я ворчала сама себе. Я думала, что я его выкинула, но на самом деле нет. Смотрите на меня. Одна. Я в горох день. Давай петь песню. Посмотрите на меня. Горох день ото дня. Посмотрите на мои штаны. Давай петь песню. Я забыла про штаны, кстати. Я мой только помню. Холодильник. Помню один куплет. Посмотрите на меня. Блять, я думала, это сыр. Сука. У тебя есть сыр? Да. Где? Блять, я так обрадовалась, я думала, это сыр. Это колбаса. Я поняла уже. Я расстроена. Посмотрите на меня. Я в горох день ото дня. Посмотрите на мои штаны. Да. Они все в горох. Хи-хи-хи. Я угадаю. Сашка. Я нашла огурчик. Там маленький огурчик. Давайте посмотрим. Не настраивается чуткость, как всегда. Фотоаппарат за то, что чуткость не настраивает. Посмотрите, там диета у меня. Мам, я закрыла? Фу, такая гадость. Что это? Ой, я не знаю, по-моему, это какой-то цыпленок. Я не знаю, что это, но я попробовала. Говно какое-то. Да вообще выбросить надо. Не жалеть и выбросить. Как же ты можешь выбросить мясо криля? Не выбрасывай мясо криля. Да что, как поднять криля? Вообще не знаю. Криль какой-то. Гриля, блядь. Света нахуй.